надо выйти, Витя. Эту величайшую дилемму современности предстоит разрешить музыкальному проекту «Эстра Дорадо». И мы как раз попали на их саундчек перед закрытым концертом в Москве. Погнали! Да-да-да, Эстра Дорадо. Ну что ж, кто такой Витя и почему ему нужно выйти? Витя живет в каждом славянском человеке, потому что нам просто необходим иногда выход эмоций определенных. Это песня просто об экзальтации. Как все начиналось? Ты записал трек, мать его? Не совсем так. Давай запишем эту песню, мать его. Мы со Славой сидели где-то 2.5-3 года у себя в студии в продакшене и писали музыку для рекламы, а ночами писали все для души, и каждый трек записан в рамках одной ночи. Мы просто играем то, что нам нравится. «Эстрада Рада» — это проект абсолютно без снобизма. Мы не изображаем себя иностранцем, мы такие, какие есть. Давайте, может быть, накидаем несколько названий для песен для следующего альбома. Например, «Антону надо...» Антону надо, не знаю, к покемону. Олегу надо. Олегу надо телегу. Сергею надо. О, здесь все очень так компрометирующе. Сергею нужно, надо стремиться к апогею. То есть вы делаете музыку не только для радио? Нет, не только для радио, но нас должны слышать. Но лучше, чтобы видели вживую, конечно. Короче, увидимся на рейве. На гиге, да, увидимся. Кис.